Всем здарова, пацаны, с вами Айван, и сегодня вам расскажу, какую же тачку купить от 3 до 5 миллионов на сервис Motorrent 2. Поехали. Swag, bitch. В данном топе будут задействованы автомобили, которые стоят от 3 до 5 миллионов, у них большая максималка, а также они относительно недорого стоят. Также хотел сказать, что мы будем отталкиваться с цен с автосалона, а не с БУ. Ну что, погнали! И пятое место у нас занимает Mercedes-Benz S65 211 кузов. Цена салона 4 миллиона, ей 340 км в час, четырехместный, очень красивый. Данный автомобиль был у меня на первой смотре, очень мне он нравится, красивый, на вид очень дорого стоит, престижный. Четвертое место у нас занимает Америкос Dodge SRT, стоит салона 4 миллиона 500 тысяч рублей, ей 350 километров в час. Очень такой привлекательный, красивый доджик, мне очень он нравится, но можете купить себе поездить. Третье место у нас занимает BMW M2. M2, я не знаю, мне лично она не очень нравится. Ну, кому как. Стоит она 3 миллиона 500 тысяч, ей 350. Также хотел сказать, что на данном автомобиле присутствует тюнинг. То есть вы можете приехать и себе влепить там какой-нибудь тюнинг. Занимает она третье место, можно было ее повыше поставить, но занимает она третье место из-за того, что она не очень такая же популярная среди игроков. Второе место у нас занимает Mercedes C63. C63 Mercedes, который стоит 4 миллиона 200 тысяч салона, ей 360 км в час. Хорошая альтернатива за такие денежки, и едет нормально, и стоит нормально, но то, что нету тюнинга, она не очень так уж выглядит красиво, как, например, тот же S65 или тот. Первое место у нас занимает BMW M5 E60. Стоит она 3 миллиона 500 тысяч и едет аж целых 380 км в час. Можно сказать, она едет очень-очень много за свои денежки. На БУ она стоит 2 миллиона 975 тысяч. Считайте, на БУ она даже до 3 миллионов не доходит. Она очень быстрая, на ней присутствует тюнинг, и она очень-очень красивая. Не знаю такого человека, кому вообще не нравится данный автомобиль. Вот такой у нас топчик вышел, напишите, конечно же, свои комментарии. Ну а с вами был Айван, всем удачи, пацаны, и всем пока.